Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geshu Gaming, и сегодня мы снова пощупаем ностальгию в новой обертке в игре под названием Battletoads. По-моему, насколько я, если я не ошибаюсь, она называется просто Battletoads. Вышла она в 2020 году, это получается... Я, честно говоря, надо бы, наверное, изучать вопрос перед тем, как начинать снимать, да? Но, тем не менее, я не знаю, это ремейк, это продолжение, это ремастер, это что, но я предполагаю, что это ремейк самой-самой первой игры на Nintendo, на Dendy. Поэтому... Или она на Sega выходила? Вот настолько я не шарю ни хрена, поэтому без лишних слов. Погнали дальше. Так, сохранение есть... Что это такое? А, погоди, выбор сложности. Ой-ой-ой-ой. Так, погоди, давай головастик. Не, давай на головастика мы даже смотреть не будем. Так. Доступна неуязвимость. Нет. Ага, все, я понял. Так. Серьезное испытание для игроков, которые уже знакомы с игрой и хотят трудностей. Уровень сложности нельзя менять после выбора. Это очень ответственное решение, на самом деле. Ошибки не прощаются для игроков, которым хочется еще больше трудностей во всех режимах. Уровень сложности нельзя менять. Боевая жаба. Ну я боевая жаба. Боевая жаба это в натуре Battletoads. Я настоящий Battletoads. Поехали. Скорее всего я опять как Саска последняя возьму, сольюсь под конец и перейду на более легкий уровень сложности. Но пока что не будем забегать вперед. Будем играть так как есть. И я очень надеюсь, что я не ударю в грязь лицом. Но это все будет видно по ходу. Так, а чем они отличаются? Вот это дерзкий классный пацанчик. Он мне нравится. Это большой, сильный, явно, но неповоротливый, да? А это... Блин, вот этот мне больше всего нравится. У него стойка самая... Ну, вот этот пофигист, конечно, но у этого стойка самая внушительная, поэтому... Погнали. Начать? Начать. Да, к сожалению, друзей у меня нет. Поэтому я играю в Battletoads один. Хотя мог бы с кем-то. Не, с кем-то очень сложно, на самом деле. Так что я лучше сам. Cool hideout, fancy hoverboards. А то. And no one can tell me to wear a shirt. Oh no! Блин, а музыка-то famous Battletoads. Оригинальная. The leader, Pimple, the strong one, and Rash, the sunglasses one. Don't forget Best Kisser. Enough talk. It's time to Best Kisser. Why are you the Best Kisser? Действительно. Maybe because I practice on my hand all the time. That just means you're the best at kissing your hand. Тут не поспоришь. Так, это я? Нет, не я. Ха. Ладно, юморок. Есть юморок, да? Так, нету моих ребят. Я не могу бегать, да? Подними. Это что такое? А-ля-ля, а-ля-ля-ля, ла-ла-ла-ла-ла. Так, хорошо, хорошо, замечательно. Что мы... Бам! А не было бама, а почему? А дальше что? Больше ничего не происходит. Так, удар такой, прыжок такой. Бежать я никак не могу, поэтому погнали посмотрим. Бам-бам-бам-бам-бам! Вау! Вау! Да-но-но-но! Так, а почему я, интересно, нахожусь справа? И... Вступление... А, я могу! Я могу менять! Да, походу, да ладно! Да, как я и говорил, этот большой неповоротливый... Бросить врагов. Ой, я какая-то обезьяна? Да ладно. Сокрушительные удары. Ну-ка. О! Ой, я и жаба, и... Вау! Просто вау! Хорошо. Так, а сам по себе он что делает? Ничего не понятно. О-о-о-о! Hit like a truck. А это что делает? Ничего, к сожалению. Слушай, они очень много сносят. Я просто это... Я пока расслабляюсь, я учусь. Охренеть, я могу переключаться между всеми... Ля какая лягушка, охренеть. Так, давай, это последний, кого я не пробовал, да? Пробить оборону. Если противник блокирует атаки, зарядите сокрушительный удар, удерживайте. Ага, отпустите, чтобы дойти. Это хорошо. Зажать, отпустить. Огромная пятка! Охренеть. Так, давай я пока поизучаю еще ребяток.
Так, за этого я и играл, да, изначально? Охренеть, охренеть. Давай каждый удар посмотрим, каждый удар. Погоди, тут есть... Бам! Хорошо. Так, три удара, все то же самое. Так, а если... Оу! А так ничего, а это что? Оу! Погоди, погоди, это, тут еще есть же эти... Я разве не могу их? А тут есть броня? Так, класс. Найс. Так, уклонение. А, вот. Так, в бою нажмите, ага, чтобы уклониться от удара врага. Хорошо, уклонение. Ага, вот оно как. Класс. Бля, я не знаю, почему многие люди хейтили эту игру. Типа, я когда собирался ее проходить, в комментах очень плохие отзывы насчет того, что визуальный ряд у этой игры, никак у оригинала, бэ-бэ-бэ, и тыры-пыры. И типа, а во-первых, визуальный ряд это чистая вкусовщина. А, сам геймплей мне пока что очень нравится. Надо, конечно, использовать суперударов побольше. Так, а это я могу, интересно, бесконечно нажимать? Вот, зачем-то нужны 100%... А, я понял, наверное, эти, как их называют? Мухи, это хпшки, которые я могу собрать в конце, да? Вот, мухи, 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 мухи. Ешь мух, чтобы восстанавливать здоровье, жми ЛТ, игры, чтобы захватить языком мух и ближайшие коллекционные предметы. Я понял. Я понял. Так, что угодно можно нажимать, да? Хорошо. Так, давай посмотрим еще большого чувачка. Я с ним еще не закончил. Это значит, что у меня есть возможность, когда один умрет, как в черепашках-ниндзя на Nintendo, когда один игрок выбывал, один персонаж, то другой вместо него заходил. Так, что с тобой? Ничего, я понял. Оу! Look out! Берегитесь. Так, а вы это видели, интересно? Battle Toads против Pork Shank. Shank? Join my gang or die. We offer competitive wages, dinner, insurance, and paternity. Слушай, неплохие условия. Да, вы не видите только картинку, какая из жаб говорит. Так что это не страшно. Так, как у него мало хп... ХП уменьшается. Так, хорошо. Интересно, он просто отошел? Тихо, тихо, тихо. Йоу, 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 йоу. Отмудохал конкретно меня. Воу, воу, воу. Да тихо, тихо, стой, стой. Да, слушай, он хреначит нещадно. Ага, рука длинная у этого, да? Хорошо. Так, этот... Пенюх на самом деле туповатый. Погоди, погоди. Охренеть, как у меня мало хп. Огромную пятку в лицо. Хорошо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Я умер. Ё-моё. Так, я могу? Я могу во время боя прямо собирать эти лягух. О, эти... мух. Люх, мух, лягух. Погоди, у меня мозги пока кипят из-за того, что я умираю. Братиш. Так, смотри, он бьет только вперед. Хорошо. Вот этот удар на самом деле достаточно опрометчивый, потому что из-за него я могу попасть в просак. А, погоди, мои братки хилятся, что ли, со временем? Хуять! Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Изи. Блин, ну это, конечно, долго будет. Опа! Хорошо. Хавай. На самом деле, тут даже обычные чувачки умирают достаточно долго.
Тихо. Бля, еще даже не пол хп, охренеть. Я думаю, мне стоит начать поконкретнее бить именно босса. Потому что это может слишком долго затянуться. Так, еще как будто есть какой-то супер удар у меня, но я до сих пор его не использовал. О, ну-ка. Передышечка. А, пока. Is that it? Guess so. Look, an instantly gratifying victory ceremony. Ну ладно. Так, но я все равно... О, вот, можно все-таки. Вот, тут есть бег, хорошо. Так, но я все равно могу других чуваков призывать. Почему? А что делает еще? Вот два кружочка у них у всех есть. Так, целиться, плюнуть. Ладно, подначка. Воскресить, использовать неуязвимость, если доступно. Вот, морф-атака, подбрасывающая атака. Так, вроде как, ну, не знаю, вроде как все нормально, да? Вне боя, все, я понял. Воскресить. Никого воскресить не могу. А плюнуть? А вот плюнуть я не могу. Или плюнуть считается... Да, что? Притягивание языком... языки нужны не только для сбора предметов. Подтащить врагов на расстояние удара с помощью... Зажать и в эту сторону. Сделайте рывок к врагу. Зажать и туда. Я не совсем понял. Так, давай попробуем. Ага. А, все, я понял. На, братан. Так, надо еще попробовать притянуться, да? Так, удерживать. А, погоди. А, нажать. И... Ага, нажать и туда. Все, я понял. Я смекнул. Все, и притягивать тоже научился. Ну-ка, свин-паук, блядь. Вот на самом деле вот этот вот носок на руке пока что меньше всего мне нравится. Да ладно, погоди. Ой, я умер, да ладно. А, погоди, я не до того играл. Да, да, это не мой чувак был. Да ты свин, заебал. Охренеть. Ну, на самом деле достаточно сложно, действительно. Но достаточно живо. Ну-ка, успокойся, свин ебаный. Да я тебя отхреначу до смерти. Так, это кто? Это мой чувак, да? Давай возьмем других и их чуть-чуть прокачаем. В смысле, налижем. Отлично. Блин, ну концентрация, конечно, в подобных играх просто максимальная. Из-за этого очень сложно что-нибудь говорить. Так, давай мы большого нахилим, потому что, мне кажется, он полезнее. 500 000 очков уже, ни хрена себе. Так, ну тут по-любому будет еще босс-файт дубль 2, конечно. Да, конечно, кто бы сомневался. И опять фулл хп, да ладно. Так, новые удары. О, господи! Ты нормальный? Так, а что с этим делать? Я не понимаю, что с этим делать, алло! Так, этот все-таки еще и самый сильный. А, о, погоди-ка. Да, большой самый сильный. И у него удары самые медленные. Но зато он силен. Бля, погоди-ка. Тихо, да ебать. Нет, это невозможно. Это невозможно. Погоди, а как от него уворачиваться? Да погоди, я не понимаю. Он преследует меня конкретно. Я проиграю сейчас. Так, давай, погоди, давай потратим вот этого пацанчика. Да нет, это невозможно. А что делать-то? Погоди, он по прямой все-таки линии бежит или нет? Просто первый раз мне показалось, что он меня преследует. Вот смотри. Ага, нет, погоди, направление он заранее показывает.
Хорошо, вроде вперед. Не совсем понятно, конечно, но можно. Можно как-то справиться. Тихо. Так, вроде прямо. Или может он бежит туда, где я бы... Ой, я умер. Да, суки, заебали. Так, он поворачивается, я понял. Умри, сука. О, так. Ух, напряжно-то вообще. Да опять? Ладно. Ой. А что оно дает? Не понял. А что оно дает? Я не понимаю. О, погоди, там! Смена жабы. О, спасибо, как вовремя. Я об этом знал еще чуть пораньше. Да-да-да-да-да, я понял. Но все равно дела плохи пока что. Вот этот самый лучший, потому что он в две... Ой, меня вырубили просто за один удар, да ладно? Всегда, золотое правило, всегда стой... Не давай врагам окружить тебя в битэмапах, иначе ты труп. Тихо! Хорошо. Так, это же не самая его сильная атака, да? Или самая? А, вот! О-о-о, вот это прикольнее. Она еще и во все стороны бьет. Класс. Так, этот до сих пор вырублен, что ли? Ого! Это не конец. Ой, я опять сдох. Охренеть можно. А какой морф у этого? Тихо! Да, я сдох. Я сдыхаю вообще по полной. Я сдох. Ебать. Так, ну контрольная точка должна быть здесь же. А ХП мне восстановят, нет? О, погоди, там наверху. Во. А я пропустил уже до хрена других. Ну ладно, в принципе не страшно. Я за этим и не охочусь. Так, тут нельзя расслабляться ни на секунду. Тут ты никогда не можешь быть уверен, что сможешь провести атаку ту или иную. Бля, мне за один удар снимают, конечно, колоссально. Оп! Хорошо. Блин, ну живо, конечно, динамично, шо пиздец. Так, ну-ка, стой. Бум! Умри! 83 комбо! Нормально! Не прекращать! Сейчас шмальнет! О! Два спина! Мне надо, чтобы вместе стояли, блин! Да погоди! Я умер! Пол ХП! Эти вонючие свиньи по пол ХП хреначат! Я в шоке! Тихо! Хорошо. Погоди, надо свиней сначала. Тихо! Да ебать! Да за два удара они меня убивают, охренеть! Охренеть можно. А вы умрете сегодня, нет? Очень бы хотелось. Так, давай захаваем. Хорошо, хорошо. Фу, я в ахере, честно говоря. Еще! Да ладно! Тихо. Не всегда подходят, блядь, сильные удары долгие.
Иногда лучше просто побегать по карте, но зато выжить. Сука такая, а? А, потому что этим свиньям вонючим всего один удар проходит, и они убегают. Вот ты сука. А, у него вот когти. Бам, за один удар, я понял. Так, бери. Блин, все-таки этот самый сильный. Ну, неудивительно, самый большой, самый сильный. Я все равно пока еще не совсем понимаю, как мне использовать какие-то полосочки. Хорошо. Кстати, вот насчет хавания языком, такое же было. Ну, это все в оригинале было, то есть это все не ново. Ты так думаешь? Окорок. Зачем ты это говоришь? Ё-моё, бляха. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. О! Как он в меня попал? Погоди, погоди. Хорошо. Бам! Так, он вниз побежит. Вниз. Ах, я знал, что вниз. Так, давай поменяем. Все-таки это самый, самый полезный мой перс. Тихо. Да, хорошо. О, тихо! Нет, 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 пожалуйста, не добивай меня, сука. Тихо. Куда? Вниз. Прямо. Тихо. А, прямо под удар. Да ладно. Так, прямо. Хорошо. Тихо. Не, ну если он начинает бить, от него уже, блядь, потом не уйдешь. Так, он прямо, прямо бежит, да? Ара! Да ёб твою налево. Тихо. Вот-вот куда, куда? Давай, давай. Тихо. Так, один почти готов. Хорошо. Иди сюда, сука. Nice, nice. So I finally pass into the afterlife. Wait, there's nothing here. Make the most of the time you have. Ладно. Yikes. I don't think he's coming back this time. Да. Well, sucks to be him. On with the celebration. Поехали, поехали. Зиц, Раш и Пимпл. Пимпл. О, это для нас? Это ради нас? Спасибо. There's friggin' frogs in here. Who is this guy? Что вообще происходит? We're gonna get you out of that bunker. Bunker? We are gods. We are no. Нет? No, not this time. Just me. Хм. Слушайте, да тут есть даже что-то типа сюжета. Прикольно. Так, ну, это мне не интересно. Продолжить. Автосохранение, я думаю, тут автосохранение, да? And lighter news, we've all heard of Toad in the Hole. But Toads in a hole? Julie Saturn Rings has more. Thanks, Zerb. Sounds bizarre, but that's exactly what a local construction crew discovered. Я не сам, я сам не совсем понимаю, да, что они говорят. Я, короче, говорит, тут работал, копал и нашел бункер с этими лягухами, и они воняют, судя по всему. 26
Лягушки якобы сидели 26 лет в виртуальном бункере. Мы не лягушки, говорит, мы жабы. Вот они выбрались спустя 26 лет из бункера. И что они собираются теперь делать? 4000 собеседований спустя. Ой. Да, погоди ты. Я стараюсь, как могу, честное слово. А. Отладить компьютер. Есть? I thought the promotion was pretty much a guarantee at this point. Then we had that meeting about the email. Короче, жабы пытаются влиться в нормальную жизнь, да? В общество. Это второй уровень, правильно? Ты не смеешь так говорить. Возьми свои слова обратно. Я стараюсь как могу, но на соточку не успеваю. Это я. Этот стал мэром? А, нет, погоди. Типа картинки берут. А, фанаты? Это Джек Воробей? Очень похож. Акт первый, это второй, рутинная работа. Серьезно? Это круто, это круто, это очень классно. Мне очень прям нравится. Говорит, мне кажется, нас грабят. Ну чё, у нас нечего воровать. Тук-тук. А, это всего лишь Рэш в подгузниках. Я разгадал это! Разгадал, а чё разгадал? Так, вы сядьте, я присяду. Так, короче. Так. Сканировал, изучал и... Нашел темную королеву. Выкинь, пожалуйста. Подгузник. Да, 26 лет назад мы типа ее победили и сможем сделать это снова. Кто с ним? Я с ним, я точно с ним. Moving on to what? Our sink is busted. The pipes are frozen. There are train tracks in our living room. No. We have rails in квартире. Да, у нас есть, говорит, стены и крыша над головой. Я, говорит, этим рисковать не хочу. А я не готов жить вот обычной жабой, работящей. Хочу быть. Я ж герой. Некомфортно, конечно. Хорошо, Раш, мы в деле. Damn right I do. Now, where do we find the Dark Queen? Так, где же нам искать эту темную королеву? Time travel? No, we'll leave when I've cleaned myself up. Then we're renting turbo bikes, baby! Turbo bikes! Woo! Little Toad Tribute! Класс, класс. Нет, это очень классно. Это очень, конечно, классно. Так, насколько это будет ужасно интересно? These turbo bikes are rentals. Из проката. Crash them? Оу, я не думаю, что это правильное решение. Давай, я хочу быть потоньше в этот раз. О! Ваншот! 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 Как в оригинале, блядь, препятствия ваншотят, да ладно! Обосраться можно, серьезно? Уклониться от угрозы. А, йоу, можно и так. Хорошо, я запомнил. Это близкое расстояние, я так могу. Нет, я так не могу. Я так могу. Ебой. За это больше очков дают. Зачем мне очки? Зачем мне очки? У меня одна жаба осталась. Нахрена мне очки? О, взял. Это первая, блядь, первая. Так, короче,
знаменитые уровни с препятствиями здесь есть, и они все так же ваншотят. Это замечательно, это великолепно. Я, как фанат оригинальных Тодсов и их нереальной сложности, не мог играть ни на какой другой, кроме самой высокой, потому что только так и именно так задумывается играть в Battle Tots, и никак иначе. Запомните! Вот, и, конечно, ваншоты от этих... Кто это? Скутеры! Или что это, бля, я так и не запомнил. Но, типа, это классика, ну это классика. Это то, что мы любим, это то, что мы помним. Интересно, насколько продолжительна эта игра? Типа, я, конечно, сейчас стараюсь держать на канале игры, которые не особо долго будут записываться и выходить, чтобы было разнообразие, чтобы кровь бурлила и стремительное течение. Я просто говорю все слова, которые по смыслу подходят. Вот, так что... Йоу, йоу. Чё-то скорость-то мы набираем. Нехилую. О, о! Тихо, это становится тяжко. Хорошо, я вижу конец. Это конец? Но это только первая гонка. Это все? О! Чет и сыновья. На скипидаренная летучая мышь. Hope it doesn't come to that. Так, погоди, это не конец. О! Это не конец, но у меня есть все три чувака снова, да? Хорошо. Оставим здоровяка на потом, потому что... Не знаю почему. Он приносит мне удачу. Он самый сильный, и он приносит удачу. Но именно поэтому мы его всегда будем оставлять на конец. Потому что с ним даже самый легкий, самый сложный уровень сложности становится чуть легче. Ладно. Фу! Быстро! Быстро! Очки неуязвимости очень быстро пропали, однако. Так, он приносит удачу. Все. Мы не проиграем. Я снова за него выиграю. Хотя, в прошлый раз, мне кажется, остался не он, правильно? Но он приносит удачу. Чух. Хорошо, что после каждого чекпоинта мне возвращаются жабы хотя бы. Блин, я бы не сказал, что это в разы легче, чем на... Чем в оригинальных жабах на Nintendo. Типа, ты все так же умираешь за ра... Не-не-не, эти секретные штуки меня не интересуют. Я хочу пройти, просто пройти. Это и без того достаточно сложно. Хорошо. Главное не въебаться никуда, господи. О! Так, тихо-тихо-тихо. Раз, два. Ой, какой напряг-то. Долго это будет? Мне нужен срочно чекпоинт. Срочно чекпоинт. Типа, я вообще всегда в опасности играю лучше всего, это понятное дело, но, типа, все-таки волнительно за одну жабку играть! Оу. Вы зря пишете, как будто я должен был побеситься тут. Нифига подобного, я очень спокоен, как крот, вообще-то. Так что мне вообще плевать. А можно еще ускориться, например? Можно еще ускориться, например, не? Я бы ускорился с удовольствием. Можно? Погоди, это быстрее? Я не понимаю, так быстрее или нет? Ладно, ладно, будем осторожны. Не надо, не рискуй. Не рискуй. Тебя мама дома ждет. Не лихачьте, пацаны. Так, погоди. Оп. Я просто даже не знаю, где я сдох. И, может быть, я бы и вырезал, например, да, какой-нибудь фрагмент, но я не знаю, где я сдох, и боюсь что-то пропустить, поэтому... Ну, я буду стараться играть осторожно, чтобы не перепроходить один и тот же фрагмент по 500 миллионов раз. Окей? Окей, договорились. У меня до сих пор первая жабка, если что. Это уже неплохо. И я как будто бы добрался до туда же, где и был. Но теперь с тремя жабами. Да, бляха! Валять! Блин, вот мне кажется, все-таки большой, самый неповоротливый. А скорость растет, блин. Скорость растет, и из-за этого хрен успеешь. Охренеть. Так, как будто вот здесь я сдох. Как будто я сдох вот здесь где-то. Почти 100%. Да! Да! Фу! Фу!
Тихо! Тихо! Да, слушайте, не детская херня начинается. Это чекпоинт, это все, это победа. Это еще не все. Еще третий? Не может быть. Все верно, все верно. Да, три этапа, судя по всему. Ладно, начнем в этот раз с большого. Может, на нем и закончим. Я все еще пытаюсь почему-то очень близко скипать эти колонны, хотя мне это нахрен не надо. Это дает только очки, а я не гонюсь ни за какими очками. Так, главное выжить. Главное выжить. Жесть. И это же не последний такой фрагмент. Совершенно точно такие фрагменты еще будут дальше. С гонками. Совершенно точно. Хорошо, это было опасно, но оправдано. Тихо! Нормал. Интересная у вас дорога, конечно. Все, это конец? Нет, это препятствие. О, какой... Хорошо, что я не забываю про эти уклонения. Хотя бы. О! Хорошо, хорошо, потихоньку, потихоньку. Тихо! Да какая ты же ты мразь, а? Давай, давай, аккуратненько. Аккуратно, аккуратно, аккуратно! Это все! У меня одна жабка осталась, если что. Пощадите, бля. Сейчас внезапно начнут появляться препятствия. Вот тогда я обосрусь. Вот тогда будет, да, вот тогда будет не очень весело. А! Бля, это не конец. Это что, прыгать надо? Ёб твою налево, ты сиди да. О, погоди, 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 мы не с того места начали. Это гораздо дальше. Это как будто тут уже близенько. Почти финал. По-моему. Если я не ошибаюсь, мне кажется, это место очень знакомым. Может, я случайно добрался до какого-то чекпоинта? О! Сука! Во! Во! Погоди, мы на месте? Мы там же? Нет? Нет? Ага, вот это место я помню. Ладно, у меня две жабки есть, если что. Давай большого возьмем, потому что мне кажется, что он все-таки самый неповоротливый. Даже здесь. Чисто психологически так кажется. Охренеть можно. Ой, особенно вот в эти дыры, как он будет пролезать с такими габаритами тела. Блин. Ладно, мы посмотрим. Сейчас попробуем еще раз. Тихо, тихо. Так, ладно, у меня две жабки есть. Две жабки, это нормально. Фу, ну тяжко. Тяжко, конечно, прям конкретно. Опа. Ева! Погоди, они двигаются на меня, что ли? Я не понимаю. Мне кажется, до этого только я по направлению к ним двигался, а теперь они двигаются на меня. Бляха. Да, все-таки далековато. Далековато я был, и теперь, ну хрен пойми, я пройду, не пройду. Но я постараюсь. После определенного количества смертей вы можете активировать временную неуязвимость. А, не для... Да, для, доступно для головастика и для жабы, но не для меня. Ладно, ладно, ничего, ничего, третий раз точно победный, точно победный. Уф, ну ладно, спустя 2-3 попытки я все-таки смог сюда добраться с двумя хотя бы жабками, а не с одной. Погиб только самый большой чувачело, поэтому давай, 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 давай. Давай, должна быть победа, должна быть победа. Все, так далеко уже не заходили, так далеко не заходили, так далеко не заходили, у меня еще две жабы. Так, ну это не конец. Конечно, такой фрагмент был бы не один, конечно. Хорошо. Опа, опа. Тихо, тихо. Хорошо, хорошо, опа. Кто строит вообще такие тоннели, господи, это же непрактично, неудобно. Все ваши сотрудники должны вот такую вот хрень переходить каждое утро, блин, чтобы на работу прийти. Это неприемлемо.
Это просто неприемлемо! Погоди, погоди, это уже переходит все границы. Я не успеваю. У меня в глазах рябит, я просто не успеваю. Я просто не успеваю реагировать. Или успеваю? Судя по всему, успеваю. И все еще с одной жабкой прохожу. Йоу, йоу. А! Нет! 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 Это была последняя штукалюха! Типа, скоро конец уровня! Скоро! Скоро конец уровня! Бля, я почти уверен, что это последний фрагмент. Это последний фрагмент. Пожалуйста! 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 Давай! Давай! А, нет! А, Где контрольная точка? Бляха, да ладно, там же, где и было! До всех этих фрагментов, да ладно! Да иди ты в жопу, я уже сдох, блядь. Да ладно нахрен! Пиздец! One hour later. Ого, давай, давай, давай! Последний, тот же фрагмент, последний. У меня две жабочки до сих пор есть. Две жабоньки есть! Живи, живи, спокойно, спокойно. Все, это был последний кристаллик, это последний фрагмент. Это тут чуть-чуть совсем осталось. Давай, терпи. Вот, вот, вот последний фрагмент. Вот, вот он. Тут я сдох. Тут я сдох, но у меня теперь есть две жабки. Давай, 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 давай. Господи, давай. Да это просто нереально. Тихо, тихо. Проходим, проходим, проходим. Нормал, нормал. Я вижу, как будто конец. Как будто конец вижу. Пардон. I made my sons delete their posts. The truth is, my business is failing. If you destroy those turbo bikes, I'm ruined. My sons were too beautiful to learn a real trade. Please, return my bikes. This is Chet from Chet and Sons. What's he so worried about? The bikes look literally the same as when we started this. Это правда. Или нет? Или нет? Фу, господи, так, честно говоря, я еще перед предыдущей миссией хотел сделать паузу, потому что тут, видимо, сплошной сюжет, тут ничего не останавливается, ничего нельзя выбрать и нигде нельзя остановиться. Поэтому, ребятки, пока что мы на этом остановимся. Вот такие вот бешеные, какие-то стероидные жабы, просто гиперэкшен, просто кислотные цвета, красота, все очень быстро и... 17 минут, казалось бы, всего потратил, да, кажется, как будто вечность. Вот. В общем, как-то так. Блин, пока что жабки мне очень нравятся. Мы их 100% пройдем до конца. Я не думаю, что много времени на это потребуется. Но так или иначе, пока что мы остановимся. Спасибо большое, друзья, что досмотрели ролик до конца. Плейлист с Battletoads в описании под видео. Там же остальные игры. Если ролик вам понравился, ставьте комментарии, пишите лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока!